Наша задача в последнее время – удивлять. Удивлять харьковчан, удивлять гостей города. Сегодня мы присутствуем на одной из площадок, которую открываем, которая не работала 26 лет, с момента открытия театра. Я не знаю, по каким причинам, но сегодня мы ориентируемся на молодежь, которая жаждет все-таки музыки, жаждет высокого искусства, оперного искусства. И мы идем навстречу пожеланиям молодежи, идем навстречу ей, чтобы показать, что оперный театр сегодня – это что-то новое, что-то интересное, что-то креативное. Вот. И открытие этой площадки как раз подтверждает те наши стремления прийти к людям неформальной обстановке, не в зале, в кресле, а именно вот на открытом воздухе. Мы давно уже практикуем такую работу с 2014 года, показываем спектакли «Просто небо». Вот, и это людям нравится, это объединяет людей. Идея пришла, может, недели две назад или три назад. Идея самого названия, конечно, раньше пришла. Идея названия пришла еще, по-моему, три или три с половиной года назад, когда мы придумали фестиваль фестиваль «Сидопера» назвали фестиваль. А самого идея концерта пришла совсем недавно. Мы сначала думали, что у нас есть эта сцена, ее сделали, мы думали, как ее занять. И тут как раз получилась ситуация, что есть «Сидопера» одна, разные виды музыкальных направлений, разных культур будут сегодня в нашем концерте. От оперного искусства, там, эстрадного искусства, джаз, рок, диджейские направления. Так что... Вот тот новый бренд оперного театра, который мы ориентируем именно на молодежь, «Сидопера», он действительно сегодня единая не только наши мироощущения, взгляды и все остальное, он единая нас в том общении, в которое мы хотим, которое мы жаждем. Мы немножко устали от тех перенаряз, которые нам преподносят телевидение сегодня, и нету того позитива. Так вот, мы и приглашаем на этот позитив, окунитесь в него. «Сидопера» единая.